Привет, друзья! Сегодня у нас с вами трудный день. Настраивайтесь, придется немножко поработать. Дело в том, что за последнюю неделю я получил целый ряд сообщений с вопросом, когда мы разыграем квадроцикл. Признаться честно, я и сам достаточно часто думал об этом. Уважаемые подписчики канала Мотокурс, я вам крайне признателен. Признателен прежде всего за то, что с момента создания канала, а это 3 января 2019 года, то есть каналу примерно полтора года на сегодняшний день, все наше с вами общение на канале выглядело крайне корректно и уважительно по отношению друг к другу. Дело в том, что очень многие блогеры любят так называемую ругань, я не буду говорить там другими словами, какие-то перепалки в комментариях, нецензурные выражения. Считается, что подобного рода дискуссии помогают развитию канала. Честно говоря, я не совсем понимаю, зачем нужно развивать такой канал. Друзья, я действительно больше рад именно этому факту, чем, допустим, большему даже количеству подписчиков. Нет, конечно, подписчики нужны. Конечно же, канал нужно развивать. Конечно же, надо расти. Но расти именно в нашем качестве. И за это вам огромная благодарность. Я бы очень хотел, чтобы наш канал развивался именно в этом ключе. На мой взгляд, канал Мотокурс – это все мы. Это те люди, которые смотрят канал и пишут свои комментарии. Это моя семья, которая активно участвует во всех этих мероприятиях. Это мои друзья. Это те люди, которые приезжают на прокаты и тем самым обеспечивают контент каналу. Ну и каким-то образом я участвую в этом процессе. В любом случае, своим развитием канал Мотокурс обязан всем нам. Сейчас мы пройдем в святая святых канала Мотокурс, в личный кабинет. Итак, друзья, святая святых любого блогера, личный кабинет канала. Здесь мы видим количество подписчиков на сегодняшний день. 4631 подписчик. Если мы перейдем в раздел аналитика и откроем вкладочку «Доход», то мы увидим прибыль канала за определенный период. Вот здесь у нас указан расчетный доход за последние 28 дней. Он составляет $43.25. Если мы перейдем в эту закладку и выберем «За все время», то мы сможем увидеть, что с момента образования канала, а это 3 января 2019 года, по 5 августа 2020 года, канал заработал $400 США. Расскажу несколько поподробнее. Во-первых, откуда берутся эти деньги? Эти деньги платят за просмотр рекламы, которая присутствует в каждом ролике, начиная с цифры 1000 подписчиков. Итак, как только канал набрал одну первую 1000 подписчиков, YouTube начинает платить, размещать и платить за размещение своей рекламы. Мы видим эти ролики там то автору, то какие-то бургеры, то еще что-то. Всю эту рекламу размещает YouTube на контент. И за просмотры именно вами, дорогие подписчики, этой рекламы, YouTube перечисляет на канал сколько-то центов. Таким образом, за полтора года работы мы заработали $400. $400 США по сегодняшнему курсу – это 28 тысяч рублей. Вот такие доходы у канала Мотокурс. Канал зарабатывает на сегодняшний день 1600 рублей в месяц. На злобу дня тем ребятам, которые говорят: рекламка идет, бабки капают. Да, бабки капают, действительно, вы правы. У нас с вами накоплено $400 США. Я считаю, что эти деньги заработали мы совместно, так как это действительно общая работа. Итак, одним прекрасным днем я прочитал очередной комментарий, что нам необходимо разыграть квадрик. Я начал думать, как это сделать. Вот эти накопленные $400 США, 28 тысяч рублей на сегодняшний день, мы уже можем определить фонд розыгрыша квадроцикла. Но на эти деньги мы можем позволить себе вот такой квадрик. АТВ Classic Mini 50-кубовый. Электростартер ручным стартером. Абсолютно все здесь по-серьезному. Металлическая рама. Под сиденьем спрятался вот такой вот небольшой аккумулятор. Держим двигатель,
топливный бак. Есть дистанционный запуск, сигнализация. Это не муляж фар, это полноценный свет, причем диодный. Дисковые тормоза. И стоимость такого квадроцикла составляет 35 990 рублей, что в пересчет на наши деньги почти хватает. Как вы поняли, у нас немного не хватает. Но я связался с компанией Avantis, рассказал о своем намерении разыграть квадроцикл. И компания Avantis, то есть ее руководство, с удовольствием предоставит нам скидку. Но тем не менее, возможно, мы с вами захотим разыграть вот такой квадроцикл. Avantis Hunter 8 комплектации люкс, 125 кубов. Стоимость этого квадроцикла 93 490 рублей. И возможно, нам с вами интереснее будет такой квадроцикл. Это Avantis Hunter 200 New комплектации люкс, стоимость 154 990 рублей. Ну и собственно говоря, никто не мешает нам разыграть и такой квадроцикл. Это новая модель Avantis Forester, 200 кубиков, комплектация премиум. Стоимость такого квадроцикла составляет 189 990 рублей. Кстати говоря, вся эта техника есть в наличии в компании Motocours, если кто-то планирует в ближайшее время приобретение квадрика. Пока вся эта техника есть в наличии, и даже есть выбор по цветам. Итак, друзья, как мы с вами теперь уже знаем, количество подписчиков на сегодняшний день составляет 4630 человек. Итак, вопрос номер один. Я хочу понять активность. Я хочу понять, какому количеству людей этот розыгрыш действительно интересен. Второй вопрос, который нам с вами предстоит решить, это какой квадроцикл мы будем разыгрывать. То есть уже сегодня мы снимаем заработанные каналом деньги, эти $400, получаем скидку от Avantis и разыгрываем мини. АТВ Classic Mini 50-кубовый. Или же мы оставляем эти деньги на канале, участвуем активно, просматриваем ролики, смотрим рекламу, рекомендуем подписаться своим друзьям на канал и начинаем активно копить, допустим, на 125-ку или на Hunter Lux 200 Lux или же на Hunter Forester. Расскажу для общего понимания, то есть первую 1000 подписчиков канал набирал, наверное, больше года. А вот вторая часть, 3630 подписчиков, после этой 1000 пошла значительно более активно. То есть где-то за полгода мы набрали это количество подписчиков. Кто-то говорит мало, кто-то говорит много. Я же считаю, что 4630 подписчиков это огромная сила. Это мы можем свернуть горы. Если каждый из нас активно включится в эту работу, то я думаю, что эта цифра будет достижима прям буквально в ближайшие полгода. Ну а я, дорогие друзья, с сегодняшнего дня открываю в общий доступ количество подписчиков канала и беру на себя обязательство оперативно информировать вас о текущих доходах и насколько мы приблизились к нашей мечте розыгрыша квадроцикла. Впереди нас с вами ждет еще пару роликов, в которых нам необходимо будет с вами обсудить максимально прозрачные правила розыгрыша, исключить какую-либо погрешность, какие-либо нюансы, чтобы это все у нас проходило открыто, честно. Опыта нет, поэтому давайте вместе выработаем систему, правила розыгрыша этой техники и, соответственно, утвердим их и запустим. Мы команда, ребят, у нас все получится.